Чистота не только там, где не сорят, но и там, где убирают. В связи с введением строгого карантинного режима в области проведение субботников было отложено. Но работники ЖЭКТа Захла продолжают работать в привычном режиме. На сегодняшний день в городе задействовано порядка 260 работников и более 60 единиц техники коммунальных служб Уральска. Каждый день мы привыкли видеть свой город в чистоте и порядке. Порой не все замечают труд этих людей. Людей, которые просыпаются ранним утром для того, чтобы выйти на смену и представить перед нами красивую картину в виде чистой улицы или двора. А трудятся они в любую погоду и даже в период карантина. Данагуль Муратова на протяжении 20 лет на страже чистоты и порядка. На следующий год Данагуль выходит на пенсию. Главное, чтобы молодое поколение понимали и уважали труд работников коммунальных служб, считает женщина. Мы живем в одной стране, в одном городе, на одной улице. Наша работа не так заметна окружающим. Не все понимают физическую сложность нашего ежедневного труда, в особенности молодежь. Хотелось бы, чтобы все соблюдали чистоту и порядок своего города, выбрасывали мусор в урны, а не мимо. Но если ответственные люди, в основном это взрослое поколение. Сотрудники коммунальных служб, ответственных за тот или иной участок, с раннего утра и до вечера занимаются очисткой веренной им территории. Коммунальные службы работают с 8 утра в штатном режиме, слаженно и оперативно, своевременно реагируя на малейшие сигналы от населения. Труд работников коммунальных предприятий, несомненно, важен. Однако наиболее эффективная очистка города будет продвигаться, если рядовые жители будут понимать всю сложность и ответственность труда работников ЖЭКТа Захла. В этом году весна была ранней. Субботники были отложены в связи с введением карантина. Соответственно, работы нам прибавилось. Работаем в усиленном режиме. Задействовано более 250 человек. Сейчас, как вы видите, мы убираем и чистим обочины дорог, тротуары. Также очищаем и вывозим из города накопившийся мусор. Стоит отметить, что уборка проходит по всей территории областного центра, в парках и скверах, возле торговых центров и на городских рынках. В том числе уборка твердобытовых отходов, очистка арыков, полив дорог, благоустройство улично-дорожной сети и территории жилых домов. За всеми этими повседневными делами стоят коммунальные службы. Альбина Кумургалиева, Талгат Муратбаев, Айдос Кисимов, телеканал Ак-Жаик.